Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Блять, Тёма, ёбаный в рот, блядь. Да не очкуй! Как ой, не блядь. Очкуй, нахуй? Ой, блядь, ты что, нихуя себе не очкуй, ебать, маечка, блядь. Тихо, не очкуйте, нормально всё. Ебать. Нормально всё, нормально. Не очкуйте, всё хорошо. Всё, заебись, есть, нахуй. Прошли. Я, кстати, если честно, даже не особо не испугал. Козёл, блядь! Ты чё, чума, ёбаный в рот? Ну, блядь, вы... Твою мать, козлища! Да ну пиздец, он дал нормально. Прямо от души, надо это сохранить. Не забудь выложить. Молодой Дунай, ранняя весна. Париж в июне. Мудак, блядь.
мне приснился сон, да. Такая история приснилась, что мастерская марка Захарова представляет спектакль Сергея Антонина и мастера Маргарита. Главных ролях Филипп Лето и